Эй, слышите? У меня к вам еще одна просьба. Что тебе надо, гном? Есть еще ниточка, ведущая к старине Андвари. Давайте встретимся в юго-восточных шахтах. Там вас ждет очень лакомая добыча. Какая ниточка? Мы его уже нашли. Ну, по крайней мере, руку. Я все объясню в шахтах, а не к югу от речной долины. Кстати, вам тут вообще что-то нужно, или так и будете стоять, таращиться рты разинув? Я снял кольцо с руки моего старого друга Андвари. Его всегда тянуло к душам, темным ритуалам и прочим тайнам, сечете? Когда я слышал удары его молота по металлу, у меня у самого внутри разгоралось пламя. Черт, как бы я тут совсем не расчувствовался. Чего тебе, мелочь пузатая? Полина попала, не морая руки. Опять вы? Что же там еще было? Давайте к делу. Принимай работу. И больше, чтоб не давал в руки моему никчемному братцу. Понял меня? Ну, парень... Твоим напором пенек продержится. Ищешь чего, пацан? Что-нибудь еще? Вот это хорошая сделка.
Чего тебе, парень? Осторожно! Эту штуку только взглянешь, уже порежешься. Что там с другим делом?
голова. Сколько в тебе историй? Когда же ты расскажешь интересное? Прошу прощения. Он тебя оскорбил. Да, понял. Хотите поразительную историю? Тогда, братцы, я расскажу вам о забияке Грунгнире. Всю правду, не байки всякие. Ужасная битва, да? На алтаре было, как он сражается с асами. Хорошая история, но нет. Грунгнир родился и без головы, и без сердца. Поэтому великаны сделали их ему из камня. Он был силен, это да, но простофиля ужасный. Однажды Один встретил его в Мидгарде и счел настолько забавным, наивным и безобидным, что пригласил его в свой дворец в Асгарде. Там он вдоволь напоил Грунгнира медом и повел разговор так, чтобы тот начал хвастаться и кривляться всем на потеху. Я видел, как смеялись асы, когда Грунгнир запрыгнул на свой щит и поклялся убить нас, а женщин забрать с собой в Йотунхейм. И тут пришел Тор, и он не смеялся, о нет. Тор глянул на пьяного болвана и обрушил ему на голову Мьёльнир, да с такой силой, что осколки Грунгнира до сих пор засели у него самого в черепе. Острые камни так и брызнули Тору в лицо, а потом на него с тошнотворным хрустом рухнуло тело Грунгнира. И снова по залам дворца разнеслись громкие раскаты смеха. Ужасная история, Мимир. Мама таких не рассказывала. Вот тебе и мораль. Правда, не так красиво, как мифы и легенды. Иди сюда. Ладно.
Это я и без тебя знаю. Это же дракон! Атрей, ко мне! Берегись его дыхания! Это я и без тебя знаю. Среди рева и грома из глотки. Thank you.
колонне были три руны. Найдем две другие и освободим. Это не наше дело. Понимаю, но мама бы этого хотела, ведь это правильно. Ты снова думаешь сердцем, сын, и твои враги обязательно этим воспользуются. Yeah!
Thank you.
Смотри. Приказ верить в него, несмотря на ошибки. Здесь еще один. Это Скади. Она нравилась маме. Великая охотница. Точно. Покровительница охоты. Это ее отец и звери, на которых он охотился. Он ее обучил. И последняя часть. Снова ее отец. Они оба в снегу. Там они и остались. Грустная история. Не посоветую.
могут ли драконы быть благодарными? Обменять. Пойди сюда. Слушаюсь. Король гном заставлял подданных охотиться на драконов и других чудовищ? Отец, тебе надо это увидеть. Питулька. Похоже, нужно нажать на тот рычаг. Он нападет. Я знаю, но нельзя держать живое существо в клетке. Снова думаешь сердцем. Ты не слышишь их мысли, а я слышу. А ты не слушай. И... приготовься. Ладно. Скафали, Йодер Авьяфнаде.
Гефар. Теперь. Ничего, наверное. Но он был рад умереть в бою, а не сгнить в клетке. Твои навыки стали лучше. Ты хорошо сражался, Атрей. Спасибо, отец. Наконец-то свежий воздух. Только не ешь нас, только не ешь нас. Сын, приготовься. Пожалуйста.
Так что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, тут правил злой король-гном. И он заставлял людей охотиться на чудовищ. Люди сажали их в клетки, а потом я не знаю. Значит, чего-то не достает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме. Атрей, ко мне!